Вообще говоря об этом произведении, об этой сказке, мы сегодня неизбежно, пожалуй, должны сказать о таком явлении, которое можно обозначить как синдром Федоры. Но об этом мы скажем немножечко попозже. А вначале стоит напомнить слова такого литературоведа, как Мирон Семенович Петровский. Сказаны они были уже давно, но, тем не менее, сегодня не теряют своей актуальности, а, возможно, даже приобрели ее еще больше. Сказал он следующее. «Будут ли дети, когда вырастут читателями, дело темное. И что они будут читать? Дело еще темнее. Но в детстве все читатели детских книжек и слушатели сказок. Взрослые могут вообще перестать читать. И тогда объединяющим всех текстом станут те самые книжки и сказки, прочитанные в детстве. Вообще, удивительно сказать, но именно эти произведения, прочитанные в детстве и услышанные от бабушек, от мам, могут оказаться единственным общим текстом для всех людей определенной культуры. И действительно, сегодня в отсутствие главного сакрального текста, который был бы сакрален для каждого носителя русской культуры и для каждого гражданина Российской Федерации, эти слова приобретают особую актуальность. Собственно, поле литературы для детей, современное поле литературы для детей, представляет из себя некий размазанный слой всевозможных героев, аниме, супергероики. И все это переплетается в такой своеобразный бульон, где нет и пока не появилось единого какого-то текста, который был бы знаком каждому ребенку. Именно поэтому наша русская культура до сих пор опирается на тексты предшествующих времен. И вот, пожалуй, одним из таких произведений, которое, хочется верить, известно до сих пор широкому кругу читателей, жителей России, это сказка Корнея Чуковского «Федорино горе». Впервые она была опубликована в 1926 году, и, в общем-то, мы сейчас немножечко попробуем понять особенности этой истории, и одновременно с тем попробуем увидеть, насколько литература для детей периода советского действительно была такой, ну, наверное, социально образующей литературой. Вообще, Корней Чуковский, по рождению он был Николай Корней Чуков, но так как детство его было довольно непростым, ну, надо вспомнить одно то, что, как считается, из гимназии его отчислили за слишком низкое происхождение. Постепенно, после 1917 года особенно, Чуковский входит в нашу отечественную литературу. Он был знаком с Маяковским, с Ильей Репиным. Знаменитый портрет Чуковского, написанный Репиным, также сегодня известен, пожалуй, многим. И, конечно же, работая в качестве писателя для детей, он создал определенный свой уникальный художественный мир, который не просто являлся миром развлекательным, а помогал формировать определенные смыслы самого первого своего читательского опыта для поколений жителей нашей страны. «Федорино горе» – это такая история социального вразумления индивида, если можно так выразиться. Начинается она с бега бытовых предметов. Я, рассказывая об этой сказке, буду исходить из того, что зрители либо знают эту историю, либо вполне могут ее найти в интернете, в книжке, прочитать и соотнести то, что мной сейчас будет сказано, с тем, что рассказано в «Федорином горе». Так вот, начинается она с бега посуды, бытовых предметов. Вообще для Чуковского характерно включать в свои истории для детей вот этот элемент бега.
Как правило, этот бег сопровождается двумя такими направлениями смыслов. В одном случае это бег от проблемы, а в другом случае это бег к решению проблемы. Часто оба этих направления постепенно перетекают одно в другое. И если мы вспомним такие истории, написанные Чуковским, как «Айболит», «Тараканище», «Муха-цокотуха», «Украденное солнце», то в каждой из них мы встретим вот этот элемент бега вот с теми самыми смыслами, о которых только что было сказано. Собственно, сам бег, который происходит в Федорином горе, он сопровождается разговором тех самых предметов, посуды и каких-то бытовых предметов с живыми существами. Первое, которое они встречают, это коза. И сам момент разговора постепенно формирует у читателя некое необходимое представление для понимания дальнейшей истории. То есть предметы становятся реальными действующими лицами, активными персонажами, которые взаимодействуют с читателем. Более того, очень часто предметы обращаются не столько к тому, кто задал им вопрос внутри повествования, или к тому, кто стоит рядом, а как бы к виртуальному лицу, то есть непосредственно к читателю, тем самым вводя читателя в повествование еще более активно. Так вот, на самом деле, когда у бегущих предметов происходит разговор с козой, то читатель не знает причины вот этой всей беготни. Читатель пока не извещен о том, почему предметы куда-то бегут. Постепенно, включаясь в повествовательный ряд с новыми персонажами, автор начинает рисовать эту объемную картину и подводить читателя к причине, по которой, собственно, и случились все наблюдаемые события. Но перед этим к предметам выбегают также живые существа – коты, которые пытаются их вразумить, на что на это вразумление предметы котам не отвечают положительно. Более того, они демонстрируют полное неподчинение появившейся Федоре. Ну, например, там выражено это таким образом. На тарелке вьются, а Федоре не даются. Лучше в поле пропадем, а к Федоре не пойдем. То есть они вьются вокруг Федоры, в руки ей не даются, а обращаются совсем не к ней, а как будто бы к читателю. Дальше вообще сказка «Федорино горе» состоит из нескольких частей небольших. И вот четвертая часть композиционно является центром всей истории, где происходит определенная такая кульминационная точка, от которой конфликт, возникший, уже может быть разрешен. Именно здесь мы выясняем, собственно, причину, по которой предметы бегут от Федоры. Эту причину они сами рассказывают курице, которая, обратившись к ним, говорит: «Кут-куда, кут-куда, вы откуда и куда?» И ответила посуда: «Было нам у бабы худо, не любила нас она, била нас она, запылила, закоптила, загубила нас она». Характерно, что предметы вначале разъясняют причину своего поведения и только потом отвечают на вопрос курицы. От того мы от бабы убежали, от жабы и так далее. Потому что вот она к ним так относилась. Дело в том, что при прямом ответе на вопрос «Вы откуда и куда?» окажется, что сам побег предметов не имеет какого-то практического смысла. Это скорее определенного такого рода устрашающая акция. Почему? Потому что на протяжении всего повествования живые существа, которые встречаются по сути вот этим бегущим предметам, это существа, не являющиеся частью такого человеческого социума.
Это существа, которые вполне себе могут обойтись и без посуды, и без топоров, и без метелок, которые убегают от Федоры. То есть все предметы, которые бегут, имеют свой смысл лишь при наличии вот этой самой бабки Федоры. В ее отсутствии смысл их существования пропадает в принципе. Кому они будут нужны? И коты, и коза, и курица питаться могут совершенно без всякой посуды. И прекрасно существует без топоров и без метелок. То есть Федора нужна предметам, так же, как и ей необходимо пользоваться этими предметами. И в шестой части стихотворения к предметам приходит осознание собственной зависимости от Федоры. И вот здесь уже начинает происходить вот эта развязка, да? К чему-то должно повествование привести. Начинается это со слов самих бегущих предметов. «И чайник шепнул утюгу, я дальше идти не могу, и заплакали блюдца, не лучше вернуться, и зарыдала корыто, увы, я разбита, разбита». Ключевым здесь является уточнение произошедших изменений с самой Федорой. Оно может быть выражено буквально двумя строчками из этой сказки, но чудо случилось с ней, стала Федора добрей. Другими словами, халатное отношение к выполнению своих перед предметами обязанностей было вызвано недостаточной степенью доброты Федоры. Более того, мораль стихотворения с этого момента уже выходит за рамки обучения нормам поведения в социуме. Мораль уже говорит нам о таком понятии, как добро. Собственно, кончается вся история, конечно же, положительно. Конечно же, Федора осознает, что необходимо быть внимательным, необходимо исключать из своей жизни неряшливость. Но, о чем мы сказали в самом начале, синдром Федоры. Насколько произведение для детей, казалось бы, советского периода, и в частности сказка «Федоре на горе», являлись действительно произведениями художественными, подлинными произведениями художественной литературы, потому как они и сегодня становятся актуальными. Ведь действительно иметь дело с неряшливым человеком не хочется, потому что ты ему не доверяешь. Более того, если мы развернем это как метафору на современность, то неряшливое отношение к собственной истории, к собственной реальности, к ближнему человеку, равнодушие, тот самый синдром Федоры загубило, запылило, било, он сегодня как никогда становится явно таким предметом нашего размышления. И через эту сказку Корнея Ивановича Чуковского до сих пор можно извлечь действительно серьезные смыслы, действительно практические смыслы, действительно то, что не просто касается нашей актуальной реальности, но то, что эту реальность может сформировать и сделать целостной, сделать состоявшейся и сделать успешной.